Куда выбрасывать крупногабаритную мебель, старую электронику, шины и макулатуру? Этот вопрос для жителей Сходни уже решен. На площадке близ дома на улице Горького, 13, организовали сбор мусора по проекту «Мегабак». Здесь установили контейнеры и павильон для сотрудников площадки. За некоторые виды мусора местные жители смогут получить компенсацию. Уже установили пока 4 контейнера, но в будущем будет до 8. Соответственно, до 8 фракций разных видов отхода будет приниматься. Стекло, пластик, бумага, батарейки, ртутные градусники. Площадку оборудовали на месте бывшей стихийной свалки. Всю территорию вычистили, заасфальтировали, установили камеры. Проект «Мегабак» позволит химчанам быть более дисциплинированными в части сортировки мусора, отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов. К большому сожалению, некоторые жители выбрасывают крупногабаритный мусор на контейнерные площадки, которые не предназначены для этого. И кроме того, на нынешней площадке раньше был пустырь, которые жители использовали в качестве несанкционированной свалки. Сейчас это место облагорожено, и уже на законных основаниях люди могут крупногабаритный мусор сюда привозить. Саму площадку планируют открыть до 20 декабря. Скоро на стендах здесь появится график работы и прайс-лист за привезенный мусор. В Химках это вторая по счету локация проекта «Мегабак». Первая успешно работает на улице Машенцева, 9. Площадки организовали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Экология». Химки одними из первых присоединились к экологическому сбору мусора. Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.